команда КВН «Мы хотим спать», город Краснодар. Знакомьтесь, это Матвей. Он для своей возрастной категории еще тот ловелас. Знаете, сколько помидоров он перецеловал? Парочку черри даже проглотил. А это Демьян. У него дома телевизор заклинило на телеканале «Дождь». Я вам так скажу. Все эти партии – это одна шайка. Мы все на нефтяной игле. После нашего блестящего выступления в фестивале нашу команду стали называть фаворитами. Будущими чемпионами. Говорить им бы в камеди. Ох уж эти мамы, чего только не придумают. Я был ответственный за романтику, за романтику. Ребят, мы детская команда, есть что-нибудь соответствующее? Есть. Номер. В очень бедном районе. Сереженька, сынок, принеси мусор. А тем временем наша команда расскажет, почему Ариша никогда не станет работать сварщиком. Ой, ночь уже, рабочий день закончен, я спать. Я был ответственный за романтику, за... Ну, ребята, хватит! Надо удивлять! Итак, встречайте! Детский готический КВН! Мурат, какой у тебя любимый праздник? Ну, этот, прооборотней. Хэллоуин, что ли? Нет, День милиции. Кого ты больше боишься? Фредди Крюгера или Джека Потрошителя? Маму. Почему? Это ее косметика. Ребята, смотрите же. Вы понимаете, что выступление скоро закончится. И корабль под названием «Взрослая жизнь» отправится в долгое плавание. Птенцы вылетят из своих гнезд. Улиточка покинет свой домик. Блохи спрыгнут с собаки. Ясно! Ленина вынесут... Да я говорю, мы поняли! Я был ответственный за романтику, за романтику. И что хотелось бы сказать. Чтобы вы понимали, мы настроены очень серьезно. У Демы папа депутат, у Вики судья, у Наны мама министр. У нас большие планы на будущее. Ну а с КВНом как получится? С вами была команда КВН «Мы хотим спать». Спасибо! Ну а пока нам мало кача, всем скучным пацанам удачи! Ребята, молодцы! Молодцы! Идите скорее сюда! Детская команда КВН «Мы хотим спать» у нас в гостях! Друзья, целый взрыв позитива и классных эмоций сегодня в студии «Хорошего утра». Команда КВН «Детская, мы хотим спать» она называется. Привет! Привет, ребята! Привет. Так, сначала расскажу о вас. Все, вы участники 7-го международного фестиваля детских команд КВН, правильно? Да. Победители в номинации «Лучший дебют», «Лучшая команда блока» в галоконцерте фестиваля, участники телевизионного сезона 2018 года юниор-лиги КВН на канале СТС, команда КВН, «Мы хотим спать». Все про вас? Да. То есть вы уже участники будущего года? Да. Круто. Класс, молодцы, поздравляю вас. Название крутое у вас, кто придумал? Я. Правда, ты придумала? Ты хочешь спать все время? Да. Не только она, все. А что за дядю вы с собой привели? Это кто? Это наш директор и директор Краснодарской линии. Дядя Игорь. Вот так вы его, да, представляете себя? Да, Игорь Морозов, директор Центральной Краснодарской лиги КВН. В общем, сегодня у нас здесь бешеная концентрация юмора, смеха и веселья. Ну что, рассказывайте, как вы справляетесь со школой и с КВНом? Не мешает? Нет. Нам разрешают, нам ставят пятерки из-за того. Просто так? Да, за КВН. Слушайте, а как попасть к вам в команду? Вот что нужно сделать? Нина очень хочет. Да. Харизматичным быть. И надо нашим другом быть. Ага. Понятно. То есть я не прохожу по двум параметрам. И не только. Не только по этим. Просто мы все друзья, мы часто вместе собираемся, гуляем. Вы учитесь в одном классе? Да. Все. В каком классе? Четвертом. Одинаково сказать. А учительница как зовут? Подзакаева Раиса Григорьевна. Слушай, правда. Молодцы.
Можно? То есть третий критерий, вы должны учиться в четвертом классе, 36-й гимназии. Да, понимаешь? Я не прохожу никак, абсолютно. Ну и может быть по возрасту. Парня, ко мне какая-то претензия. Он говорит, ну и еще ты не проходишь, потому что... Слушайте, ну рассказывайте, кто пишет шутки? Сами есть какие-то шутки, которые вот чисто ваши? На разминке да. На разминке, а так? А так мамы. Нет. А кто? Авторы у вас есть какие-то? Вот, есть такой человек, который помогает им писать шутки. Вот. Но я думаю, что через годик вы уже сами все начнете писать. Мы сами на вы не денетесь. Слушай, будете, ну какая мечта? Мечта какая у вас? Попасть куда? На первый. Наверное, на высшую лигу на первый. У меня одна есть мечта выиграть в высшей лиге КВН и стать самой первой командой КВН, которая в таком юном возрасте выиграла такой большой кубок. Высшая лига среди взрослых, правильно? Здорово. А любимые КВНчики у вас есть? Русская дорога. Русская дорога. Да. У меня еще любимые... Давай, а у тебя? У меня еще любимые «Утомленные солнцем», «Камызяки» и так далее, и так далее. Интересные команды. Хотите с ними сыграть и их вот просто разорвать? Да. Отлично, вообще. Не такая еще любимая команда, да? То есть русская. Наоборот, будет лучше, если... Ну, мы себя больше любим. Да. Это правильно. Слушайте, вы классные. Страшно выходить на сцену и выступать? Да. Изредка бывает. Именно за кулисами страшнее всего. Ага. Потом выходишь и уже как-то даже по кайфу. Были моменты, когда вот, ну, забыли слова, и что делать в этот момент? Были. И что делали? И что? Танцевали? Нет. Выкручиваться надо. Выкручиваться, да. Мы пытались подставить. Нам родители все время говорят, если кто-то забыл слова, подхватите фразу и скажите за него. А вы боретесь вот... Кто больше текста будет говорить? Нет. Ты всегда. Она понятна. Элина. Ага. Она все объявляет у нас, из-за этого у нее больше всего текста. Но вы не обижаетесь, нет. Да? Нет. Нет, ну ты-то обижаешься. Нет. Мне много текста и не надо. Мне главное смешного текста. Да? Нет. Мамина косметика. Это очень-очень такой... Опыт плохой для меня лично. Ну почему? Ну самая ирония, это здорово на самом деле. Это такой вот, ну ты взрослый. Молодец. Спасибо. А вот правда, дети должны же быть актерами, правда, обладать каким-то качеством. Как вышло так, что все талантливые ребятки собрались в одном классе? Это же просто... Ну как-то у нас собрался сразу класс. И даже вот когда были миниатюры в первом классе, ставили, можно сказать, наши родители даже чуть-чуть замечали. Да. И вот мама девочки Наны, и она предложила, давайте попробуем, чтобы наши дети сыграли в КВН. Вот, и мы предлагали. И пошла-поехала. Да, и пошла. А как можно было попасть вот среди вашего класса? Думаю, то, кто хочет, а потом, когда мы вот начали, можно даже сказать, нарабатывать популярность. То уже все, никого не берете, правильно? Не, меня взяли, если честно, когда нарабатывали популярность. Но ты не спрашивал, да? Ты же просто пришел и... Не, меня просто взяли. Я просто очень хотел. Вообще, в школьной лиге всех прикалывало то, что мы были самыми маленькими. Да, даже на нас пробовали насылать санкции. Все жюри говорили, что мы самые милые. А, вы правда милые, и мы вам желаем удачи. Огромная, но еще у нас к вам куча, целая вопросов. Рассказывайте, вот будет в 2018 году игра. Вы к ней готовитесь уже сейчас? Пока еще нет. Пока что отдых. Какое ближайшее выступление? Не знаю, еще неизвестно. А вот я знаю. Давай у директора спросим. Расскажите. Дядя Игорь все расскажет. Во-первых, почему вы не говорите, что вы начали заниматься с педагогом по сценической речи? Почему не говорите, а? Наверное, что это были очень странные занятия. Да. Правда? А чем странные они были? А потому что мы говорили вот так. Да. И так. Это вы на карате ходили? Да нет. Перепутали. Да, сказали, что мы будем пресс качать. Да. Пресс качать? Но это для голоса. Да, да. Там будут ставить, как сказать, правильный голос. Правильную сценическую речь. Да. Выступать. Ближайшее выступление у вас будет 8 ноября на Кубке Центральной Краснодарской лиги. Ух ты. Ребятки будут открывать этот кубок. Сюрприз.
То есть среди взрослых. Показывать взрослым, как надо шутить правильно, да? А вы не боитесь, что вы будете самыми смешными, и команды расстроятся и не захотят выступать? Нет, наоборот. Мы играли уже со взрослыми командами, вот с «Русской дорогой» мы играли. Да. Сборная ГАУ женская и мужская. Мы по-любому всех порвем. Да я так и поняла, если честно. Да, ну потому что мы слишком маленькие и не можем дальше проходить по параметрам. Ну вы же растете. Ну растем. Зато представляете, сколько у вас времени, вы подготовитесь. У нас еще все впереди. Конечно, все впереди. Хорошо, давайте придумаем, какой у вас будет райдер. Знаете, что такое райдер? Это когда звезды приезжают на концерт, и у них есть какие-то требования. Допустим, нужно, чтобы всем выдали мороженое, чтобы что? Бутерброды с колбасой. Что должно быть? Чтобы пригласить вашу команду выступить где-нибудь. Что ну, во-первых, я думаю, после того, как мы на фестивале в Анапе побыли, хорошие жилищные условия. Да, подзарядка для кедов нужна. Ну да, у нас розетки в коридоре. В общем, вы очень крутые, классные. Мы обязательно придем смотреть на ваше выступление. Желаем вам удачи. Спасибо вам, что пришли в такую рань в нашу студию, друзья. Ну а это и другие интервью вы можете увидеть и на сайте нашего телеканала Кубань24.tv. Далее у нас факты спорт, факты погода, просто факты. Да, потом мы расскажем, как приготовить Путина и что о том, что настоящий мужчина должен не только посадить дерево, но еще его застраховать. Вот так, не переключайтесь.